В новогодние каникулы и спектакль должен дарить зрителю праздничное настроение. Вместо отдыха актеры театральной студии готовили для любимых зрителей очередную премьеру. Театрализованное представление с названием «Настоящее новогоднее чудо» – это целая череда небольших миниатюр. Объединяет их одна сюжетная линия. В каждом действии – добрая история о любви, дружбе, новогоднем чуде. Со сцены актеры смогли подарить настроение праздника всем, кто собрался в зале Дворца культуры и искусства. Ну а что у вас тогда пропало? Это серьезное заявление. Ничего, не переживайте. В нашем бюро находок вы найдете все, что у вас. Актеры проделали огромную творческую работу, от которой они сами и, конечно же, зрители получили неподдельное удовольствие. Самое главное – это то, что мы с вами несем каждый день. Это умение жить, радоваться и нести добро в эту жизнь. Не знаю, мне кажется, это самое главное. И если в этих детях, которые приходят сюда, будет хотя бы частичка того, что действительно нужно дарить добро и радость, я буду счастлива. В новогоднем представлении приняли участие не только актеры театральной студии, но и ее выпускники, которые сегодня учатся в различных вузах страны и приехали в Ленинск-Кузнецкий на каникулы. Новый год только начался, и актеры открыли его весьма успешно. Впереди новые встречи со зрителем, новые постановки и конкурсы. Мария Силантьева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.